Приветствую вас. С чем, собственно, связаны ваши опасения? Почему вы думаете, что это патологический интерес просмотра определенного видео в интернете? Каким образом вы вообще оказались в такой весьма интересной ситуации, когда проверяете браузер своего сына? То есть, ну, как так вообще получилось, что вы проверяете его браузер? Почему, условно говоря, это, ну, произошло вообще, каким образом вообще это произошло? Вот те вопросы, которые у меня возникли, когда я читал ваш текст. В первую очередь, это, на мой взгляд, говорит про некоторое отсутствие доверия между вами и вашим сыном. Во вторую очередь говорит о тревожности в целом вашей. А следующим пунктом идет, в общем-то, вопрос про отца. То есть, с отцом обстоят дела, в том смысле, общается ли ребенок со своим папой? Если да, то как? Если нет, то почему? Вот, общаетесь ли вы с мужчиной? Ну вот, потому что у меня возникло такое чувство, что вы одна воспитываете ребенка, и в таком случае его, ну вот, определенно, скажем так, тяга к подобным видеороликам может быть вызвана именно этими аспектами. Как бы неприятно, например, нам не было бы об этом говорить. Вот. Надеюсь, лучше, на мой взгляд, быть максимально честным, вот. В том числе честно быть к себе. Вот. А про характер данного видео я мог бы сказать примерно следующее, на что бы я обратил внимание. Во-первых, я бы обратил ваше внимание на то, насколько ваш ребенок искренен в выражении своих чувств, насколько он скрытен, если он, ну, вообще в целом, да, скрытен, если ему вот в целом присуща скрытность, вот. И я бы обратил ваше внимание на это. Также я бы обратил ваше внимание на обидчивость ребенка, если таковая присутствует. То есть именно вот насколько ваш ребенок склонен к тому, чтобы обижаться, насколько ваш ребенок склонен к тому, чтобы держать что-то при себе.
Вот, и, соответственно, на это, мне кажется, имеет смысл обратить ваше внимание, ну, просто потому что это имеет прямое отношение, как бы, к тому, о чем, собственно, вы пишете. Вот, но, повторюсь, ваши собственные реакции, собственные настрои, собственные трудности, а также собственные отношения к жизни, вашей жизни, играют очень и очень большую роль, потому что если определенного рода трудности у вас присутствуют, некоторые конфликты в себе, переживания, вот, то на вашего ребенка это все оказывает влияние, самое прямое, к сожалению. И в первую очередь нужно обращать внимание именно на это, а не на, условно говоря, тот факт, что там он вот смотрит какое-то видео и так далее, какие-то видеоролики и прочее. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому я бы вот, наверное, все-таки такой бы дал вам ответ, так бы я вам ответил, вот, и, соответственно, в первую очередь призвал обратить свое внимание на собственные конфликты, страхи, тревоги, вот, может быть, даже противоречия, если есть, и проблемы с доверием, как это ни странно, потому что то, как вы действуете по отношению к ребенку, вот, своему ребенку, вот, вызывает вопрос. Вот. Конечно, вы можете сказать, что, ну вот, если бы я не посмотрела, не узнала бы о его такой проблеме. Ну, вполне возможно, что вы правы, но, как правило, подобная проблематика, она не проявляется только в чем-то одном. То есть, подобная проблематика, она проявляется во многих вещах, вот, и как, ну, как правило, нет особого труда увидеть проявление
данных трудностей в других аспектах. Вот. Поэтому я бы сказал, ну, я бы вам сказал так на этом. Вот. Ну, естественно, вы здесь сами решаете исключительно. То есть, соответственно, что это ваш. Вот. Вне всякого сомнения. На этом давайте, пожалуй, закончу я свой ответ. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Я вам желаю ваши проблемы решить. Вот, я вам желаю в себе разобраться. Удачи, всего вам самого доброго, и буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это вам позволит начать работу над собой. Вот. Удачи вам. Будем надеяться, что ваша ситуация будет разрешена.